Баскетбольные команды из 5 городов Урала вышли на паркет в Первоуральске. В городе состоялся открытый муниципальный турнир среди юношей 14 лет и младше. Дмитрий Коньков подробнее. Вот и сюда переход, понятно? Понятно. В угол. И здесь Сеня. Твой бросок под 45, понял? Здесь, ты вас меня здесь. Перед началом игры тренер команды поселка Рефтинский наставляет подопечных. На площадке каждый игрок должен знать свое место и понимать возложенную на него задачу. Их соперники из Ревды в черно-оранжевой форме. Имеют богатый тренировочный и игровой опыт. Четвертый раз Первоуральск стал площадкой для проведения открытого городского турнира среди молодых баскетболистов. Это не часть регулярных соревнований. Турнир проводят для оттачивания игровых навыков и популяризации этого вида спорта. Но, как считают организаторы, по накалу борьбы соревнования не отличаются, например, от чемпионата Свердловской области. Конечно, дети растут. То есть начинали мы еще с мини-баскетбола, играли пятерками. Без элементов зонной защиты, групповых отборов. Сейчас уже ребята практикуют зонную защиту, сдваивание на мяч, подстраховки. Уровень, конечно, растет с каждым годом. На площадку выходят игроки Первоуральской спортшколы. В противостоянии с соперниками из асбестовской команды «Малахит» отстаивают спортивную часть города. Как силы рассчитываю? Ну, не знаю. На победу рассчитываю. Потому что я верю в свою команду. Да даже если мы ее не выиграем, мы просто будем играть в удовольствие. Тренер соперников первоуральцев рассказывает, к этому матчу готовились основательно. Целую неделю по видеозаписям разбирали каждую игру нашей команды. Определяли стиль каждого баскетболиста. В итоге разработали не просто план на игру, а настоящую стратегию. Игра получается с одним из фаворитов этого турнира, город Первоуральск. Провел собрание с утра, настроил ребят. Ставку делаю на прессинг, но в первой половине. Потому что во второй хочу немножко попробовать другой вид защиты, зонный. И посмотрю, как будет реагировать на это соперник. Стратегия гостей полностью себя оправдывает. С первых минут асбестовцы решительно вырываются вперед и в результате одерживают убедительную победу. Причем не только в этой игре, но и занимают первое место на турнире. Первоуральские баскетболисты получают серебро. На третьем месте команда из Ревды. Дмитрий Коньков, Андрей Волков. Новости Первоуральск.